Ну вот он, ледопад. Солнце растопило снег на склоне, но вот этот громадный ледовый язык, он так и остался. Ну что, ну сколько можно, снимусь на фоне ледопада. Пять лет назад, когда о нем никаких сведений не было в сети, ну только то, что здесь вроде бы должен находиться. Вот тогда я сходил и осмотрел. Но еще мне надо смотреть, есть еще большой ледопад. Надо еще успеть туда. Ну вот, наконец, я и достиг изюминки самых крупных ледопадов утеса Гуду.